Дорогие любительницы вышивки, с огромным удовольствием я приветствую вас в гостях канала Crystal Night. Меня зовут Любовь, и сегодня будет очередное видео из серии моих работ под названием «Авторская вышивка». На канале есть плейлист, в котором собраны все видео этого цикла. Каждое из них посвящено отдельному автору, который вышивает очень красивые, такие своеобразные индивидуальные работы с присущим каждому стилем. Очень интересные работы, разноплановые. При желании вы можете посмотреть их по ссылке в описании. Серия «Авторская вышивка» была немного приостановлена на летние месяцы, и вот сегодня я хочу к ней вернуться, поскольку за это время у меня собралось очень много материала о таких разных и многочисленных работах различных авторов, вышивающих в чисто им присущем стиле. И вот сегодня я хочу рассказать вам о трех авторах из серии «Авторская вышивка», которые выполняют свои работы на тюле. Причем их объединяет только материал, это нитки и тюль, а техники вышивки достаточно разные и по-своему интересные и своеобразные. Первая мастерица, о которой пойдет речь, это Катерина Марченко. Ее работы поражают самобытностью и фантазией, и со временем становятся все масштабнее и невероятнее. Екатерина не сразу пришла в вышивку, она увлекалась живописью, что и находит отражение в ее работах с иглой. По словам самой мастерицы, ее вышивка как медитация, как попытка разобраться во внутренних противоречиях в окружающем мире, способ заявить о себе и выразить эмоции. Первая работа создавалась практически без уроков, по наитию, но нашла живой отклик среди однокурсников, одобрение и поддержка окружающих подтолкнули Екатерину к продолжению. На сегодняшний день Катерина Марченко признанный мастер в своем деле, и внизу по ссылке в описании вы можете перейти на ее странички, в том числе и найти курсы и мастер-классы Екатерины по выполнению вот таких прекрасных работ. От многих из них просто захватывает дух, давайте их посмотрим. Thank you.
Далее полюбуемся работами рукодельницы из России, которую зовут Кристина, и в вышивальном мире она известна как Криста Декор, которая создает свои шедевры ручной работы также на полупрозрачном тюле. На такой основе вышивка кажется невероятно воздушной, что придает работам талантливой девушки еще больше шарма. Этот прием Кристина уже использовала ранее во время своего сотрудничества с известным кутюрье Валентином Юдашкиным. Но рукодельница не останавливается на достигнутом и продолжает свои стильные эксперименты с вышивкой. На шедевр Кристины давайте посмотрим под приятную музыку. Третьим мастером по порядку, но не по значению, является китайская мастерица, которую зовут Йинг, которая создает просто умопомрачительные вышивки, от одного взгляда на которые захватывает дух и теряется дар речи. Сейчас, посмотрев на ее работу, вы поймете, о чем я говорю. Героиня моего рассказа настолько увлекается красотой и очарованием вышивки в китайском стиле, что решила собрать в одном месте лучшие работы мастеров на эту тематику. И в итоге сайт, которым руководит девушка, стал волшебным местом, где цветет сакура, над волнами моря парят драконы, а вдалеке виднеется силуэт пагоды. Такие ручные работы китайских рукодельниц определенно могут стать отличным подарком для тех, кто увлекается культурой Востока. Все вышивки выполнены в традиционном китайском стиле на полупрозрачном тюле и поражают аккуратностью, детализированностью и разнообразием сюжетов, и выполнены они в технике гладь. И их можно свободно приобрести на сайте, которым руководит эта мастерица. Стоимость такой вышивки колеблется около $100. Вот. Но они стоят того, поскольку работы просто великолепные, и каждую из них можно рассматривать, наслаждаясь, чем я и предлагаю вам заняться. Thank you.
Thank you.
Ну а на этом, дорогие друзья, я хочу заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам понравилась вышивка на тюле от трех прекрасных мастериц в различных техниках и в различных стилях, которые присущи каждой из них. До встречи в следующих сериях моего цикла.